все быстро произошло, я пошел разминаться. Ну, мы каждые 5 минут там разминались по 3 человека. Пару слов мне сказали, то что давай, вот тебе шанс в таком матче выйти. Ну, перед тем, как выходил, да, на поле был, когда уже коснулся мяча, уже волнение пропало. Красавец, вытянул команду. Толячик с почином. Приятно было, да, то, что все поздравили с дебютом. Много эмоций было. Не знаю, как еще. Первый матч все-таки в премьер-лиге, я думаю, это надолго запомнится. Не ожидал, такая игра была нервная. При счете 2-1 надо нагнетать, усиливать игру. И здесь, конечно, Владимир Валентинович такой ход конем можно сделать смелый, да, ход. И угадал, предвидел, видно, главный тренер, что именно он должен выйти, Немченко. И так оно и получилось, оказался в нужном месте, в нужную минуту. Секции, да? Да, возле школы там. ДСШ-1 вроде сначала. А, нет, сначала называлась «Кожаный мяч» вроде, потом переименовали в ДСШ-1. Так, с 1 класса начал заниматься. Потом мой друг с Кисловодска, его родители хотели повезти на просмотр в Академию Понедельника в Ростов. И как-то на одной тренировке у нас вечером тренировка была. Тренер мой или его родители, не знаю, как-то они договорились, и в этот же день ночью мы с ним вместе уехали. Ну, мы выиграли турнир Виктора Понедельника, по-моему, в 2014-м. Потом мне тренер позвонил, я где-то через неделю поехал на просмотр в «Динамо» московское. Тоже немного времени прошло, и также тренер мне звонит, говорит, не хочешь попробовать в Кубань? Я говорю, да почему нет? И он мне говорит, поедешь 22 августа на просмотр, у меня как раз день рождения 22 августа. И там была двухсторонняя игра, я забил гол. И после этого уже взяли в Кубань. Мне сказали, не хочешь ли ты попробовать себя в молодежной команде Сочи. Я до этого всегда думал, все-таки это как бы команда премьер-лиги, всегда хотел сыграть в молодежном первенстве. Ну вот где-то недели 2, наверное, просмотр длился, ну как я понимаю это. И потом уже, когда заявили, первая игра у нас была с Уралом, по-моему, на выезде. Вот с Уралом была моя первая игра. Первый раз мы, когда еще жили в Афипском, нас вызвали там человек 5, по-моему. Тогда еще главным тренером был Точилин. Ну, тогда было очень волнительно. Первый раз все-таки приехали в Сочи, нас встретили, привезли на тренировку. Ребята Сосновы встретили хорошо, все поддерживали. Сначала сидишь в номере, тебе говорят, завтра ты едешь тренироваться с Сосновой командой премьер-лиги. Волнительная ответственность чувствуешь, то, что ты должен показать себя. Конечно, когда приходишь молодым в основной состав, все звезды там рядом, которых видел вчера по телевизору, и потом ты с ними сейчас работаешь на одном поле. Конечно, первые 2-3 дня, наверное, уходят на адаптацию. И здесь большой плюс Владимиру Валентиновичу, что они трепетно к этому относятся, с пониманием, дают ребятам освоиться, и потом происходит этот прогресс. Ходишь ли ты на море, ходишь ли ты купаться? Нет ли такого, что тебя как-то расслабляет эта атмосфера? Ну, есть немного такое, то, что ты на курорте находишься, но как только наступает тренировка, об этом забываешь сразу и относишься со всей серьезностью к тренировкам. Много людей, все купаются. Я один раз всего лишь на море был за это все время, сколько я здесь нахожусь. Я же в Ростове, в Краснодаре был, я думаю, там даже пожарче, чем здесь. Здесь хоть ветер есть немного, морской. В Краснодаре, наверное, жарче всего было. Нельзя останавливаться, нужно продолжать дальше работать, чтобы становиться еще сильнее. Цели каждый день работать, прибавлять, и чтобы уже становиться, можно сказать, основным игроком, стремиться к этому. Ну, шансы, конечно, шансы есть. Главное – тренироваться, работать над собой и не расслабляться.
Да, главное, как сказать, воспользоваться этим шансом, недовольствоваться малым, там, попал в дубль, вот, довольствуешься дублем. Нет, надо прогрессировать каждую тренировку, работать в полной самоотдаче на команду, потом эта команда уже будет работать на тебя и даст шанс пробиться в основной состав.